Сквер дружбы – любимый уголок для отдыха детей, взрослых и пожилых людей. Поэтому сегодня местные жители инициативу озеленить сквер и сделать его более уютным поддержали охотно и со всей душой подошли к делу. Лично я очень люблю свой город. Я хочу посадить вот эту пальмочку, чтобы она росла и еще больше укреплялась дружба между всеми нациями, которые проживают в нашем микрорайоне. Подарок городу к празднику сделали представители администрации района, местные жители, студенты, а также казаки. Каждый посадил по дереву. А такая акция замечательная, прекрасная. Она объединяет людей, граждан между собой. Я думаю, что сподвигает на хорошие, добрые поступки и дела. И эти добрые поступки не заставили себя долго ждать. Вместе с количеством новорожденных пальм рос и энтузиазм участников. Свои деревья посадили и случайные прохожие, которые вышли на прогулку. Первое мероприятие у нас такое с посаженными деревьями. Очень интересно, впечатление моря. Нам понравилось. Общими усилиями было посажено 60 пальм, почти в два раза больше запланированного. Однако, со слов представителей администрации, на этом преображение сквера не закончено. Скоро тут должны появиться эвкалипты и олеандры. По такой же схеме будут украшать весь Хостинский район. На сегодня запланировано 355 деревьев высадить. Я думаю, что эта цифра будет гораздо больше, потому что растет наш энтузиазм, и мы все-таки высадим, наверное, порядка 500 деревьев. На озеленение всего курорта из бюджета выделено порядка 40 миллионов рублей. В городе появятся новые эвкалипты, липы, кипарисы, пальмы. Будет высажено около 600 тысяч цветов. Так что к своему дню рождения город будет при всем параде. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.